Выпускники детской полицейской академии в Чебоксарах попрощались со знаменем учебного заведения. 3 года юноши и девушки под руководством своих наставников из МВД обучались военно-прикладным дисциплинам, рукопашному бою, стрельбе из оружия, изучали юридическое право. Многие из них планируют продолжить учебу в вузах МВД, Минобороны и других правоохранительных структурах. Равняйся смирно. Равняться на этих ребят действительно стоит всем сверстникам. Чеканный шаг, красивая осанка, владение боевыми приемами и умение обращаться с оружием. С этим не только юноши, но и девушки справляются на отлично. Двойняшки Марина и Ирина Мудраковы узнали о детской полицейской академии от друзей. А когда увидели ребят в форме, сразу решили, что у них будет такая же. Если очень стараться, все получится. Я тоже хочу работать в этой сфере. Мне очень нравится дисциплина, а также форма. Спасать людей, беречь друзей – это девиз Академии. В этом году полицейскую академию закончили 42 выпускника. Этот уникальный для России учебно-воспитательный проект реализуется в Чувашии с 2006 года. В 2018 его признали лучшим по работе с подростками в стране. За 14 лет детскую полицейскую академию окончили более 400 слушателей. Евгений Запасов, один из воспитанников группы рукопашного боя, закончил академию 2 года назад. Здесь меня научили борьбе, бороться, быть сильным. Не бросать товарищей в беде, особенно на военно-полевых сборах. Дружбе в первую очередь. Ну и сплотили нас здесь. Я хочу служить в полиции, потому что у меня мечта с детства носить форму и служить своему отечеству. Найти работу по душе таким ребятам будет несложно. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошеин, Республика.